создайте, когда мы ее еще только читали, Майкл сомневался. Ему не очень понравилась Майяру. На сцене Самарской площади спектакль «Театр» по мотивам одноименного романа Моэма. Автор написал о судьбе актрисы, полностью поглощенной блестящим сценическим образом. Но одна встреча рушит этот безупречный мир. Премьера спектакля «Самарской площади» состоялась еще в сентябре 2023 года к юбилею исполнительницы главной роли Натальи Носовой. Но сейчас в зале снова аншлаг. Я впервые взялся за роман и... как из целого романа сделать пьесу нужного размера, это, я говорю, только вот интуиция где-то подсказывала, что надо отбрасывать, что марать, что играть, что не играть. Пока спектакль «Театр» приурочен к Международному дню театра. Владимир Кузнецов, завсегдатый Самарской площади, делится. Часто ходит на спектакли с семьей и друзьями. Мы не считаем его ни вашим театром, ни городским, своим театром считаем. Мы уже ходим лет 10 больше и практически по 2-3 раза пересмотрели весь репертуар. Нам очень нравятся и артисты, и постановки. И все это вот такое душевное, небольшой зал, но это все как будто сам участвуешь. Театр – это место не случайное. Сюда, однажды попав в театр, люди, как правило, остаются здесь навсегда. Это общий наш праздник, потому что без зрителей нет артистов, без артистов нет зрителей. Для зрителей в честь праздника работала фотозона, а актеры в костюмах из спектакля «Ревизор» раздавали предсказания на вечер. Полина Чулюкова, Сергей Бастлин, «События».